Ты энергетики пьешь? Вполне возможно. Нет, конечно. Это бред. Это... Какие, Игорь Фадеев, Игорь, скажи, пожалуйста, сейчас проходит второй этап сборов. Чем он отличается от первого? Ну, нагрузка. Первый сбор был втягивающий, второй уже функциональный, подготовки. Уже работаем в совсем другом режиме, совсем другое. Ну, все другое. Первый сбор был, бегали просто, набирали кондиции в определенном. А сейчас уже работаем на скорость силовой выносливости и на физику полностью. Доводилось ли тебе до этого быть бомбардированным в тех командах, в которых ты играл до этого, или в других сезонах Лисковского Локомотива? Ну, пока еще не стал бомбардированным, сезон-то еще продолжается. Нет, я не говорю, как кончится, так уже может быть стану. Ну ты же полузащитник, да? А почему полузащитник как бы обогнал нападающих? Ну, я не знаю, так, так получилось. С ты играл в какие эти? В каких лигах ты играл? На втором, да? В первом не получилось, за травмы. Есть у них такое, что недооценивают постоянно Локомотивы? На этом попадаются? Да, я думаю, нет. Нет? Я думаю, там люди профессионалы, что они настраиваются на каждую. Когда есть Локомотив, там, Енисей или Балтика, какая разница. Для меня очень принципиально. Для тебя игра с Факелом принципиально? Да. Я думаю, это, что это для меня очень принципиально. Я доказываю, второй год с ними играю, то, что не сбиваю постоянно. В том году забил, в этом году забил. Мяч, который ты забил, который сам заполнил, это, наверное, был гол Факел? Да нет, для меня все... Важный голы, какая разница с Факелом. Просто с Факелом более принципиально для меня матч, а какая разница. Там и Курскую забивал победу из Брянска. Неплохая игра, довольно-таки хорошая игра с Динамо. Победы лидеров побеждали или там, ну, проигрывали на 7-й минуте. Вот. То есть, почему начало сезона так отличается от, вот, скажем, от концовки первой половины сезона? Не знаю, но... Может, просто какие-то новые люди появились в команде, может, не притерлись еще друг другу. Ну и просто весь сезон на хорошем уровне невозможно провести. Даже Барселона так не играет весь сезон на хорошем уровне. Сначала где-то не везло, где-то какие-то другие проблемы были. Сделали вывод и собрали еще в конце. Ну, больше всего все понравилось. Твой. Все. Ну, все. Так или все. Выполнить эту цель, осуществить эту цель, попадание в пятерку. При том, что конкуренция очень высокая. Да, как все в наших руках, ногах, в голове. Ты готов к концу сезона стать бомбардиром? Ну, как хотелось бы. Ну, все для этого делать. Я думаю, ребята помогут. Кто основные конкуренты для нас сейчас? В принципе, основной. Ну, просто сейчас очень все плотно, поэтому одна игра может все перевернуть, поэтому как таковых конкурентов нет. Там до второго места 3 очка. Я думаю, что мы, в принципе, должны быть в тройке. У тебя был в детстве пример футболиста каким? Кто? Наш? Не важно. Да много. Сейчас тяжело. То есть нет какого-то одного? Ну, определенно. Много, много. Болезнь, которая симпатизирует очень. То есть ты хочешь, чтобы с тебя теперь брали пример?